«Газпром Энергохолдинг» и банк ВДБ на поле. ВДБ уже сегодня на площадке разбился. Счет там 2-2. «Газпром Юз» играл с одним из лидеров турнирной таблицы, командой «Спецсвязь». У «Газпром Энергохолдинга» после 5 матчей 7 набранных баллов. Это значит, могут они победы обогнать «Энергосбыт» и «Татнефть», и по количеству очков сравняться с «Меридианом Энергосбытом» по личным встречам. Здесь у «Газпром Энергохолдинга» преимущество 2-1, победа над «Меридиан», так что ГЭК в случае победы на чистое второе место выходит и будет ждать результатов остальных участников наших соревнований. Но по итогам тура в теории «Газпром Энергохолдинг» может выходить на первое место. Владый Сухо. Первый матч сегодняшнего дня пропускал. Первое нарушение у банка ВТБ. Остался в поле, и играть можно за рот ворот. Вот головой своему вратарю. Хорошо. Скидку грудью делал. Совершает передачу, делал Рейнер в отметке. Душкин. Как хорошо пробил. Удар с Лёна. Быстрый ответ от банка ВТБ. Очень атакующий футбол в исполнении двух команд. Хорошая передача от Душкина. Снимаем дальнюю закрывать. Молодец!
Ближний блок, где читалась передача. Можно помогать, если вы здесь, когда? Андрисен Кабир. Заря попал, но все на подборе. Последний. 3 минуты до перерыва. Последний. Его! Его! Хороший, давай! Сидим. Рожок. Хорош, хорош, хорош! Назад, сели, сели, сели! С острого угла. Хорош, хорош! Три ворота уже забивает. И выводит Ван Виттенберг вперед. 1-0. Дальше в район 6-метровый, а здесь проходит сам. Ура! А был не был? Да. Был. Во внутреннюю перекладину мяч попал, затем уже отлетел в поле. Два очень похожих мяча в исполнении разных команд. 1-1. Второй тайм начинается при счете 1-1. Напомню, открыли счет фавориту Банка ТВ, Адисенко, но в конце первого тайма Газпром Энергохолдингу удалось отыграть. Фактически эта встреча за промежуточное второе-третье место в турнирной таблице, так что матч важный. Очень внимательно за
ходом поединка следит Меридиан Энерго, находясь на третьем. Пока эта команда занимает второе место. Еще один аут будет вводить ВТБ. Второй фол банк ВТБ. И снова прям удар. Минус 6-метровый, никого не оказывается. Сидин. Подкат защитника получает у нас по лестнице со скамейки ВТБ. Сам не до конца понял, что именно будет делать.
Тяжело было попасть по воротам. Хороший, Но в матче вряд ли возникнут моменты, когда удастся пробить без труда. Сосян. Зафиксирован и сейчас отмечается в статистике матча. Первое нарушение от «Газпром Наркохолдинга». Видите нашу смену, Даня, вот. Помогай, помогай. Никита, отдай, Лен. Ходи. Ходи. Ставили одного, дали ему и на ворот, смотрите, пробить. Главный удар. Даже своего нашел. Сид, пять, проси. Давай. Лех, не бросай. Никит, ближе сюда. Хороший закрывал ближнюю штангу. Основа вратарского мастерства. Желтая карточка игроку не достал, не дождался он сигнала. Шла последняя чистая минута. Сам игрок пробит, когда получилось передача налево. Но и как раз 5 секунд до розыгрыша штрафного. Стой!
На штангу, на штангу, кто? Полезай, полезай, полезай. На штангу, алло! Владыцин решил сам пробить, а теперь уже без рукавников не носил. 1-1, ничем в курсе Меридиан Энерго.